Всем привет, дорогие телезрители! Мы начинаем нашу традиционную рубрику под названием «Алешин Иллюжин». Ну что, дорогие телезрители, мы сейчас находимся на улице, точнее, это площадь Ленина. Это ваш друг? Да. Да, друга позовем, друга? Да, друга позовем. Как друга зовут? Спартак. Спартак? Привет, Спартак. Ты знаешь его? Алексей Гольдер, фокусник, иллюзионист. Не, маг. И покажи ему. Ладно, покажи. Анастасия не удивлена. Да, сейчас мы сделаем так. Я видел. Этот номер видели? Ага. Нет, сейчас мы усложним. Да? Удивляем Спартака. Сейчас посмотрим. Возьмите любую карту. Возьмите любую карту, да? А мне не показывают. Мне еще надо, раз. Мне не надо. Ну ты не сказал об этом, да? Да. Возьмите любую карту. Мне не показывают. Покажите камере. Положили? Показали? Да. Анастасия, покажите, чтобы она поверила. А мне тоже покажите. Ага. Теперь, все, я отойду. Положите хоть где. Вот, вы взяли любую карту, да? Я делал так, вы взяли любую карту. Теперь я не знаю, я должен угадать, где ваша карта. Хорошо? Я попробую угадать. Я думаю, что ваша карта не дама, ваша карта не 5, ваша карта... Ты помнишь, да, карту? Вы помните свою карту? Хорошо. Надо чуть-чуть перетасовать, да? Перетасовываем. Это чуть-чуть нудно, но теперь... Есть самая популярная тасовка, называется бабушкина старая тасовка. Если карты все тасовать так, то что происходит с картами? Анастасия, скажите. Нет, если тасовать вот таким образом. Ну, хаос получается. Хаос, да, то есть да. Называется шиворот. Ну, говорю, хахалита, тым, тым там, где? Все, харты на борту мандагартовы, верапита, мандагартовы, читаем, харты на бурги, а? То есть какие-то карты у нас лежат вот так, какие-то карты там вот лицом вверх, какие-то карты, например, спина к спине, либо лицо к лицу, да? Теперь раз, и посмотрим. Вы помните вашу карту? Ты помнишь, Петя? Да, я помню, он мне показывал. Да? Теперь. Чуть подальше. И все карты лежат правильно, кроме одной. Ну, я пессимист. Я пессимист, но. Леха, ты меня удивил, честно. Ну, эмоции, теперь смотри. Эмоции снимаем, смотри. Теперь, что же случилось? Крупный план. Теперь смотрите. Вот. Четверка разделила карту на две части, верно? Эта часть называется мужская половина. И это женская половина. Потому что женская часть вся черная, а мужская вся. Ого! Ну да, здесь мастерство. И за короткое время сделать так. Ну, Алексей, браво. Пожмите руку Алексею, пожалуйста. Большое спасибо. Ну, всего доброго, до свидания. До свидания. Ну, Леха, ты меня удивил. И удивил всех. Ладно, первоначально ты не сильно удивил. Но вот второй вариант, это вообще нечто. Покажем другим. Другим, да? Да. Но все-таки, дорогой наш Алексей Гольдеров, я знаю, что ты позитивный человек и, нет, не обманываешь людей, а показываешь фокусы определенные. Но большое спасибо за то, что ты удивляешь не только людей, но и меня каждый раз по-новому. Ну что, дорогие телезрители. Твоей профессии завидуют, наверное, все. Да, наверное. Ну что, мы завершаем нашу рубрику. Вы смотрели Алешин Иллюжин. Да.